Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Стою около своей яблоньки. Яблонька второй год подряд дает хороший урожай. В прошлом году прямо сильно было много, но я думала, что она будет отдыхать в этом году. Но ничего подобного. Отдыхать не хочет. Сорт не знаю, точно врать не буду. Достался мне пересорт. На яблоньке на это еще сделала прививку, тоже неизвестный. Неизвестный сорт. Вот попробуем. Что происходит сейчас? Яблоню я обрабатывала по весне, в основном луковой шелухой и еще каким-то биопрепаратом. Я уже не помню, один раз всего лишь. Больше ничем не обрабатывала. Сейчас вот происходит вот такой листопад. Вот видите, листики падают. И даже яблочки некоторые падают. Это нормальный процесс. Яблоня скидывает лишнее. И скидывает то, на что не хватило у нее каких-то сил. Может, какой-то неблагоприятный момент был. И вот питание какое-то прекратилось ненадолго. И поэтому это она скидывает. Это не заболевание. Лишнее вот сейчас скинет и будет дальше расти все нормально. Хорошие побеги. Там где-то есть, где тля немножко ест ее. Ну, ничего страшного. Обрабатывать ничем не буду. А вот листики маленько закрутились. Ничего страшного. Все хотят есть. Тля тоже хочет есть. Все, всем пока.